Первый этап изучения. Возьмите ручку между средним, указательным и большим пальцами так, как показано на видео. При этом основная часть ручки опущена вниз. Второй этап изучения. Нужно научиться перебрасывать ручку через указательный палец. Для этого нужно поднять средний палец и в то же время опустить указательный. Вот так должны двигаться пальцы во время выполнения данного трюка. Третий этап изучения. Нужно поймать ручку большим пальцем. Для этого нужно соединить большой палец с указательным в тот момент, когда ручка находится практически перпендикулярно полу. Также после того, как вы выучили Neo Sonic в слоте 1-2-T1, вам необходимо выучить Neo Sonic в слоте 2-3-T2 и также в слоте 3-4-T3. Neo Sonic часто используется в комбинациях, поэтому нужно уметь делать его во всех слотах. С практикой вы их все освоите. Удачи в изучении!